Итак, здравствуйте, дорогие друзья, с вами Герман, и эту серию мы начинаем с оценки рыбы. Я немного, конечно, наловил ее, но давайте попробуем оценить. 10 тысяч с копеечками. Оцениваем. Нормально, да? 13 400. И заодно приценимся по магазину, что у нас идет на самое крутое. Да, видите, то есть у нас очень-очень как бы дорого это все стоит. Леска тут тоже, по-моему, да. И катушка там, что-то цен хороших будет. 5500 самая крутая. Ну, то есть хотя бы одну удочку нам надо купить. Эхолот, естественно, если вот такой покупать, это еще надо лишний пятак копить. Но мы этого делать не будем. Регистрация на участие в турнире, понятное дело. Ольховская, Чир, станция Вешенская. Так, канал Им Москвы. 90 УЕ. 36 УЕ. О! А, вот тут как. То есть тут... я что-то забыл. Это сколько стоит на самолете или на поезде туда? Сколько долларов, но это как бы вообще копейки, а вот именно сама путевка, еще и за путевку платить 3500. Ну, короче, если мы хотим куда-то в офигенное место, ой, ребятки, сегодня серия будет интересная. Куда мы приехали? Каширка какая-то. Ё-моё. Ё-моё, ну ладно, давайте покаширим сегодня, я не знаю. Божечки мои! Божечки, это как будто я к бабке в деревню приехал. Бог ты мой. Не зря она каширкой называется. Локация, конечно, локация... Локации просто... Муа, персик. Да. Да. Ладно, хватит ныть. Надо закидывать удочку. Может быть, тут на личинку короеда сейчас мы вытащим с вами красноперку на 5 килограмм. Нам ее оценят на 10 тысяч. Рекорд Гиннесса, ё-моё, никогда такую не ловили. Давайте попробуем. Посмотрим, что тут ловится. Ну да, это внепланово, ребята. Это просто внепланово мы с вами рванули. Как у меня так получилось, я не знаю. Просто случайно. Походу, тут не надо... То есть платить за жилье или за что-то, просто сразу поехали и все. Очень интересно получилось. Ну, или тут типа друган живет, и он нас приютит, чтобы мы не сдохли. У нас хоть пожрать есть на эти сутки. О, ну похавать у нас, конечно, есть. Ну ты гад, ты не заслужил гамбургер, ты уехал без спроса. Просто будешь батон сухомятку жрать, вот-вот. Все, должен выжить на одном батоне, который ты уже съел. Не ожидал, ребята, не ожидал, реально. Что-то прям как-то не по себе. Потратить деньги, купить какую-то удочку. Я сомневаюсь, что... Прошу прощения. Сомневаюсь, что в этих дебрях что-то... Выловится путное, вот правда. Так, ну не клюет, значит на личинку тут ничего нет, да? Давайте закинемся здесь. Кстати, у нас же есть эхолот, да? Какой-то у нас там есть. Ой, я не помню, на какую... Не помню, на какую клавишу он нажимается. Вот я дундук. Ладно. Зря я, наверное, закидываю на 3. Что у нас еще есть? У нас кроме личинки короеда ни хрена нету. Мы как эти. Как бомжи. Ну, давайте на этой локе посидим на личинку половим. Если опять же ничего у нас не будет, то, естественно, купим какую-то другую наживку. Но по идее уже что-то должно клюнуть. Было. Но. Нифига. Какая-то хата он стоит. Так, ну, что здесь может ловиться, да? Давайте выйдем в главное меню. Наверное, пойдем прикупим наживки, потому что просто так тоже ехать как-то не очень хочется. Давайте попробуем на горошек, на икру что-то поймать интересное.
Ну, тесто не хочется ставить. Моллюск, кусочки мяса. Это прям экзотическое все. Кузнечика чуть-чуть купим. Ручейничка чуть-чуть. Ну, давайте жука немного, да, возьмем. Может быть, что-то я... Реально интересное будет ловиться. Давайте вот эту вот локацию. И сразу будем закидывать вместо... Ох, вот это я зря сделал. Что? Вы забыли нацепить наживку? Ну, естественно, забыл. Достать. Видите, сколько проблем. Поэтому лучше перецепить, когда уже достанем. Так. Этого мы на ручейника закинем. Ибо даже в то болото можно было закинуть. Офигеть. Я знаю, что в 3.0 версии можно создать свой водоем и как бы можно выровнять сетку, куда надо кидать, до какого места рыба, то есть тянется, и можно вытащить рыбу, то есть вот такие вот моментики всякие. Здесь же даже в дебри можно закинуть, то есть типа они думают, что там что-то клюнет. Не, ну я как бы не сомневаюсь, что рыба это... Колесо, ребята, смотрите, колесо! Колесо. Если вы, кто вообще играет в эту игру, в русскую рыбалку, должны же понимать, да, то есть, что это фотки просто реальных каких-то мест, которые взяты, и вот из них собрана игра. Ну, колесо это просто бомба, вот это жесть. И как всегда, вот поклевки нет, вы же заметите, то есть, жучок, краб. Давайте поставим горошек. Может быть, горошек как-то ближе будет этому водоему. Я даже не знаю, что ему ближе. Мне кажется, ему ближе будет, если ему ядерную бомбу закинуть. А вообще странно. Да, вот. Вот на вот эти вот наживки должно клевать. Ну, как бы... Красноперка, там, карась, такое должно клевать, но в итоге, видите, ничего нет. Давайте поставим, наверное, червя, которого у меня нет. Так, секунду. Ребята, ребята, я зашел на другую локу и как бы начал ставить мотыль червя. Думаю, сейчас, ну, закупил его, чтобы ваше время не тратить. Ротан, боже. Думаю, покажу, что как бы ловится, но в итоге клюнула рыба, клюнул ротан. Давайте икру менять не будем на этой удочке, оставим икру. Просто так для прикола. По приколу еще одно колесо у нас тут плавает. Ну, как бы все в порядке вещей, в принципе. Все нормально. Внеплановый такой выезд у нас с вами вообще. И самое прикольное, что то есть мы тут вообще ничего еще не поймали. Как хрень просто клюет, даже вообще не знаю. Даже что, одну рыбу только поймали. Червячок, мотыль и икра. Икра это, наверное, вообще must-have для этого болота. Это вот кто проживает в городе Ростов-на-Дону, у них там речушка есть. Ну, Дон, понятно, что там Дон. Но еще там есть речушка, не помню, как она называется. Туда все отходы, короче, сбрасываются. Там тоже рыба есть и все такое. Но там ее ловить и есть вообще нереально. То есть не вариант. Вообще, потому что там жесть, можно подхватить какую-нибудь и заразу там и ужас. Но есть люди, которые и ловят, и едят эту рыбу. Ну, короче, я в шоке с таких людей. И солят ее. Ну, конечно, опасные хлопцы, опасные. Ничего не могу сказать. Ай, так. На другой локации пробуем. Мне что-то кажется, что эта серия будет очень скучная, потому что тут мы вообще с вами ничего не поймали, кроме двух ротанов. Но ротаны это вы, я думаю, сами понимаете, это говно, это не рыба. Это так вот. Ротан. Ну, зеваю, пипец. Спать хочется. Хочется спать. При таком, вот это знаете, вот это когда вот у тебя огромное желание пойти на рыбалку, ты прям горишь, ты прям светишься весь.
Заряжаешь там удочки, рюкзак, термозочек с чаем, там бутербродики, все такое, фук на плечи, там погнал. Пошел тебе там идти километров 5-7, ты проходишь все это расстояние, приходишь, садишься, рыба такая, выкуси, хрен тебе, я не буду клевать сегодня. И ты такой, блин, и короче сидишь час, два, три, четыре, и думаешь, ну блин, ну раз 4 часа не клюнуло, надо идти домой. А потом думаешь, ну ладно, 4 часа не клюнуло, ну может быть с 4 до 5 часов будет поклевка. Понимаешь, что еще 1 час пошел зря. И начинаешь собираться идти домой. Рюкзачок, там все такое, как вдруг начинает клевать. И ты такой, ага. Вытаскиваешь рыбу там с ладошку, к примеру, одну. И думаешь, ну раз, ну или такую, знаете, чуть побольше. И такой думаешь, ну раз клюнуло, значит же дело пошло, и оно пойдет. Еще часик посидим. Еще часик сидим. В итоге ни хрена не клюет. Психуешь, сматываешь удочки, идешь домой с одной рыбой. Или вообще выпускаешь. Я обычно, если там ловил, там штуки 3 всего лишь, там 4 рыбы, выпускал их нахрен. Не, ну, смотря, конечно, какие, но если с ладошку, то выпускал. Смысла их домой, особенно карася, брать вообще нету. Кошка моя рыбу не жрет, разбалована сильно скотина. Поэтому выпустил, пусть дальше живет. Это было хрен знает когда. А так, чтобы душу отвести, можно было приходить, половить. Малька такую, знаете, с пол ладошки. Сидишь, таскаешь, таскаешь. Эх, блин, ребята, ребята, утомлю я своими разговорами вас, потому что, ну, реально не ловится, правда. Я не знаю, что делать. Мотыль, червь, да, ну как бы на эту наживку много рыбы должно как бы клевать. Много видов клюет. Но здесь просто на принцип не хочет и все. Я не знаю, что здесь ловится. Может, тут надо было мясо кидать и самов ловить. Ну правда, по виду данной речки я вообще сомневаюсь, что здесь что-то такое ловится, правда. Вообще, если даже уже и на червя, на этот не клюет. Вот тут только скаты можно поймать. О, наконец-таки, может что-то дельное. Боже. Карась золотой, ребята, еще ни разу в этой игре карася золотого не ловили. Открыли за золотых карасей. Максимум, что здесь может быть, это, наверное, щука. Вот это просто будет, знаете, топовская рыба, которая тут оба-на на кузнеца что-то клюнула. И даже гляньте, шкала, да, двигается. Интересно. Давайте плотва. Ну, хотя бы мы уже знаем с вами, что здесь есть такие вот рыбы. Хотя бы такие экземпляры рыб. Потому что что-то ничего нигде не клевало. Ну, хотя бы вот это клюнуло. Мы знаем, ротан есть, карась есть, плотва есть. Все, значит, водоем более-менее еще живой, еще не совсем мертвый. Если в нем водится карась. Карась вот если завелся, это все. Это, ну, карась, гибрид, это хоть, что хочешь, делай, вот правда. Карась, он просто, он вытесняет всю рыбу, гибрид, просто всю. Сильно здорово он не растет, ну, по крайней мере, насколько я видел, самый большой гибрид, именно гибрид, это где-то, ну, гибрид, карась, ну, грамм, наверное, 400, это прям вот, прям вот. Самый-самый, знаете, реально большой. А так все мелочь. О, рачок. Ну, раки еще есть. Уже хорошо. Вот это, наверное, сейчас удочку мне сломает штука. Долго клюет. Бешеная рыба. На мотыль. Давай, давай. Хотя были моменты, когда и щука на перловку клевала в реальной жизни. И на червя тоже щука клевала. Поэтому тут тоже, я думаю, такое возможно. Но если как бы в искусственный интеллект рыбы такое заложили, но не думаю, что в 1.6 на 2D рыбалке в интеллект рыбы что-то там закладывали, правда. Наверное, такой код однострочечный просто. Мотыль, тире,
и список рыб, которые клюют на эту как бы наживку, и все. И никаких там подконтекстов или чего-то там еще вообще нету. Так, ну это, так понимаю, зачетная плотва нам клюнула. Я так понимаю. Давайте ее вытащим, посмотрим. Плотва это не плотва. Гляньте, прям клев пошел, ребят. Я в шоке. Все видео не было клево. Теперь вот под 10 часов вечера решила рыба поклевать. Сказать, я здесь. Вы за меня забыли, но я здесь. Да, плотва зачетная. Как в воду глядел. Тем более еще так долго. Ой, ужас. Ладно, дорогие друзья, я думаю, гляньте, просто гляньте, ну гляньте на это, ну что это такое? Это что-то нереальное. Еще бы удочки сгибались вот так, чтобы прямо аж до катушки сгиб был, тогда да, когда арапайма там клюет, к примеру. Всем огромное спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, также комментируйте видос. С вами был Герман, это была неплановая такая поездочка, надеюсь, вам понравилось. И я вас зарядил, надеюсь, позитивом. Поэтому всем удачки и до скорых встреч. Пока-пока.